Со второго полугодия жизни малыша ведущая деятельность становится предметно-манипулятивная. Задача раннего возраста – развитие восприятия ощущений ребенка. Ни в коем случае нельзя форсировать возрастные особенности, говорят педагоги. Все развивающие игры в этот период включаются в обычный ритм жизни ребенка. Идет обучение в процессе общения. Нужно показывать ему как можно больше разных предметов, показывать, как с этими предметами нужно действовать. Вот эта ложечка, ей нужно кушать, вот эта лопатка, ей нужно копать. И в процессе такого общения ребенок, во-первых, начинает понимать назначение предметов, учится ими пользоваться и развивается. Соответственно, в этом возрасте ребенок усваивает эталоны размера, формы, цвета. И просто в обычном общении с ребенком нужно ему это показывать, рассказывать. Вот, и ребенок будет развиваться. Не нужно, естественно, перегружать его какими-то занятиями. В этом возрасте не может быть специально организованных занятий, какого-то специально организованного обучения. И вот эти вот все центры раннего развития, то есть нужно очень осторожно к ним относиться, смотреть, каким образом там строятся занятия, потому что еще внимание ребенка очень неустойчиво, оно не сформировалось. Естественно, что память у него еще не готова к каким-то серьезным нагрузкам. Поэтому просто в процессе общения показывать ему, как взаимодействовать с окружающим миром, какие предметы есть, и вот учить его с этими предметами общаться.